Автонат. Ёжик, давай так же красиво, как про левых-правых. По пунктам поясни, отличие госкапитализма от социализма и был ли пример настоящего социализма, а не госкапитализм. Все, вопрос понял, сейчас отвечу. В чем разница между социализмом и госкапитализмом? Ну, это на самом деле достаточно просто и очевидно. Понимаешь, госкапитализм – это система, при которой государство сохраняется и усиливается. То есть, грубо говоря, есть, ну, как угодно это можно называть, прослойка, да, социальная. Можно назвать это классом социальным, собственными классовыми интересами и собственным способом извлечения прибавочного продукта. Но в любом случае есть государственная бюрократия. То есть, есть люди, которые не занимаются никаким производственным трудом. Люди, которые вот просто выполняют какие-то административные функции. По сути, именно в руках этих людей сосредоточена власть и репрессивный механизм. То есть есть как бы отчужденная от обычных людей, от рабочих и крестьян армия, полиция, в том числе политическая полиция, да, то есть комитет государственной безопасности. Ну, он, кстати, так с какого-то момента так и начал называться именно, то есть комитет государственной безопасности, да, не там не классовый, не защита там интересов пролетариата, не защита социализма, не там защита революции, а именно комитет государственной безопасности, то есть цель защита именно государства. Но проблема в том, что если мы откроем классиков марксизма, ленинизма и почитаем все, что там они писали о государстве именно, то мы ужаснемся, потому что государство — это отчужденный от людей аппарат подавления и насилия, который осуществляет диктатуру одного класса в интересах другого класса. Но просто в теории считается, что после 17 года власть захватил пролетариат, и поэтому государство, которое вот было установлено, это государство, которое действовало в интересах пролетариата и подавляло там всякие прочие, значит, буржуазные, мелкобуржуазные классы и остатки там этих классов и так далее. Но это в теории, это на уровне идеологем. На уровне практики мы прекрасно понимаем, что пролетариат не был классом гегемоном, более того, периодически происходили рабочие восстания против этой власти, и по сути это была не диктатура пролетариата, а диктатура бюрократии, диктатура партократии, которая легитимизировала себя через определенные идеологемы, где она утверждала, что она действует от имени пролетариата, но никаких пролетариев там не было в руководстве страны, там были дворяне, мелкобуржуазные интеллигенты, бывшие деклассированные элементы и уголовники, которые, захватив власть, превратились там в вождей, маршалов, там, я не знаю, и прочих руководителей. То есть никакой пролетарской диктатуры не было. Была диктатура именно бюрократии. Да? Это то, как раз про что писал там Троцкий, уже находясь в эмиграции и так далее. Но с другой стороны, я уже говорил об этом на предыдущих стримах, что критику Троцкого мы не можем считать последовательной. Почему? Потому что, ну, то есть критику Троцкого в адрес вот советского режима. Почему? Потому что пока Троцкий был сам частью вот этой вот нарождающейся новой советской, в кавычках советской, потому что на самом деле никто ни с кем не советовался, бюрократии и партократии, его все устраивало, да? То есть когда вся в период военного коммунизма все решения внутри страны принимались триумвиратом Ленин, Троцкий, Свердлов, его устраивало, что нет никакой демократии, да, что никто там никого не выбирает, что вот они все решают узким кругом. Ему это нравилось, да, то есть он считал, что ну вот сейчас переходный период, сейчас у нас война идет, сейчас нам не до выборов, а потом вот у нас будет там социализм, допустим, да. То есть пока он был частью вот этого государственного аппарата и партийного аппарата, его все устраивало. Как только его выгнали, как только ему дали коленом под жопу, тут же неожиданно он начал критиковать советскую бюрократию, что ой-ой-ой, оказывается, бюрократы все захватили, а как вы хотели? А как вы хотели, а как иначе могло быть? Вот, то есть вот что такое госкапиталистическая система. То есть не каждый бюрократ в отдельности выступает как эксплуататор, который может там детям своим что-то завещать, еще что-то. Хотя с другой стороны, если мы посмотрим на детей людей, которые были в политбюро, например, да, или вот где-то в высших государственных партийных структурах, то там не было среди их детей ни рабочих, ни крестьян, нет, там наоборот, они своих детей стремились как можно выше, значит, то есть там были маршалы авиации какие-нибудь, значит, ученые там и прочее, то есть они своих детей пытались куда-то вот тоже как можно выше в социальной иерархии задвинуть.
продвинуть. Тоже такой любопытный момент. То есть ни у кого из них дети там на заводе не работали, и в колхозе, в поле там не это самое, значит, пшеницу не убирали. Вот. Но тем не менее, в чем отличие, допустим, госкапитализма от такого более классического, привычного для нас рыночного капитализма? При рыночном капитализме считается, что вот господствующее положение в обществе классовым гегемоном является буржуазия. И каждый конкретный буржуй, каждый конкретный предприниматель, каждый конкретный владелец собственности на средства производства, он может с этими деньгами, со своими, которые у него есть, да, поступать как он хочет. Он может их там детям передавать, еще что-то, инвестировать в производство, как-то вот богатеть и разоряться в зависимости от того, какое место он занимает в диалектике рыночных отношений. То есть этот класс, он как бы весь такой вот раздробленный, потому что у каждого предпринимателя, у него свои собственные интересы, и все они вместе, они конкурируют друг с другом. При госкапитализме система принципиально иная. Почему? Потому что эксплуататором является не каждый отдельно взятый протократ или бюрократ, а все они вместе, все они коллективно, да? То есть вот именно это я имел в виду, когда вот на прошлой неделе, сейчас секундочку, донат звучит, я продолжу. То есть именно это я имел в виду, когда вот этот марксист, которого маргинал пригласил, он говорит, что вот сейчас у нас, допустим, есть там чиновники и капиталисты, которые входят в список Forbes, да, а в Советском Союзе этого не было, да, но я ему объяснил, да, то есть я использовал некоторую аналогию для того, чтобы показать, что, вы знаете, вот ухо там или палец или там левая ноздря какого-нибудь руководителя Газпрома, она тоже не входит в Forbes, в список Forbes. Он входит в Forbes целиком, да, вот как некая личность, как некий субъект. Так вот, проводя аналогию с советской системой, да, госкапиталистической, нужно сказать, что таким вот субъектом именно политической эксплуатации был не каждый бюрократ или каждый протократ в отдельности, а весь класс или вся вот эта социальная прослойка бюрократии в целом. Потому что они не сеяли и не пахали, они не работали на заводах, или даже в том случае, если там были выходцы из пролетариата, то когда они входили в класс бюрократии, они переставали заниматься производственным трудом, да, значит, каким-то созидательным трудом на производстве, они уже выполняли чисто административные функции, и они уже имели совершенно иной уровень допуска, там, у них были совершенно другие уже и пайки, и допуск к спецбольницам, там, и санаториям, куда обычный смертный, Ежи, ему дорога была закрыта. То есть, это госкапитализм, да, то есть государство сохраняется, оно сохраняет свои позиции, их наращивает, да, то есть оно становится все более мощным и тоталитарным, оно все более жестко следит за вот, распределением всех благ внутри общества, да, потому что не допускается имущественное и социальное расслоение внутри вот этих самых подчиненных сословий. То есть сама бюрократия, партократия, она может утопать там в роскоши, в черной икре и прочим, но поскольку нужно сохранять некий идеологический фасад, что у нас социализм, у нас нет никакого неравенства, то поэтому вот этот репрессивный аппарат, он существует именно для того, чтобы всячески подавлять предпринимательскую активность внутри низов общества, да, то есть карать тех, кто концентрирует в своих руках слишком большое количество финансовых средств. С другой стороны, это все заканчивается тем, что у людей пропадает мотивация к труду внизу общества, да, на нижних слоях общественной пирамиды, падает рентабельность предприятий и так далее. Почему? Потому что, а какой смысл работать больше, вкалывать, если тебе заплатят столько же, сколько вот твоему соседу лодырю? Больше тебе заплатить не могут, чем ему. Почему? Потому что если тебе заплатят больше, между вами возникнет имущественное расслоение. И как следствие, в масштабах всей страны расслоение социальное. И тогда весь социализм, даже на уровне идеологем каких-то господствующих, накроется медным тазом. Поэтому в этом никто не заинтересован. Есть некая уравниловка, нету мотивации к труду, все работают за более-менее фиксированную плату, и, в общем, такая вот некая стабильность, заканчивающаяся стагнацией. Да, спасибо, Гейдар. Точка, точка, точка. Так. Видите, нам тут арабской вязью даже уже. Видите, как интересно получается. Да, но, к сожалению, робо-женщина, она все это не зачитывает, потому что она не знает арабского.
Вот, это госкапитализм. Что такое социализм по Марксу? Да, в чем отличие между тем, что было в советской системе, и тем, что вообще задумывалось как некий проект позитивный, да? Задумывалось именно уничтожение государства. То есть в конечном итоге цель у анархистов, социалистов и либертарианцев одна и та, ну, анкапов, да, имеется в виду, одна и та же — это уничтожение государства. В чем разница? Разница в методологии преодоления государства. Анархисты и анкапы предлагают просто отказаться от государства, разрушить его, там, заменить коммунами, там, общинами, еще чем-то, там, трахать детей и прочее. А коммунисты выступают здесь более последовательно, потому что они считают, что без уничтожения экономических предпосылок, формирующих и приводящих к формированию государства, нельзя претендовать и нельзя говорить о том, что государство будет уничтожено. Да? То есть ты можешь отказаться от государства в какой-то момент, там, но все равно оно вот воскреснет, грубо говоря. Почему? Потому что не уничтожены экономические предпосылки, которые приводят к его возникновению. В этом проблема. И, соответственно, а что же это за предпосылки такие? Да, а это разделение общества на классы. То есть то, что у нас есть буржуазия, пролетариат, ну, это основные как бы классы, да, но есть всякие другие, значит, прослойки. Там, допустим, крестьяне, у которых есть своя земля, это мелкобуржуазный класс. Потому что вот у них своя там психология мелкобуржуазная. Какие-нибудь люди, которые на селе превратились там в кулаков, у них уже свои там куча хозяйств, агрохолдингов. Это уже, в общем, там крупная буржуазия. Крестьяне, у которых нет своей земли, они вынуждены работать на чужой земле, батраки. Это уже промышленный, как бы сельский пролетариат. Потому что они, в общем, выполняют пролетарские функции, но на селе. У них нету своей земли, у них нету, в общем, соответственно, этой буржуазной психологии таким образом. Хотя, с другой стороны, если они живут в буржуазном обществе, то все пропитано вот буржуазной культурой, а то и еще более архаичной культурой. То есть без уничтожения всех вот этих вот противоречий классовых нельзя говорить о преодолении государства. Потому что что такое государство? Государство — это оружие в руках одного класса для того, чтобы подавлять представителей других классов, да, исходя из их собственных идеологем. Да, то есть мы сейчас как бы погружаемся внутрь вот этой вот матрицы, коммунистической петушиной матрицы. Да. Там это рассматривается именно так. И поэтому социализм... Сейчас, секунду. Донат отзвучит, мы продолжим. А знаете, почему Google Баба не читает арабскую вязь? Потому что в некоторых странах женщин не учат читать. Тонко, тонко, да, сейчас было. Да, но, к сожалению, ты сбил меня с мысли несколько. Да, формационный подход. Дальше идет у нас формационный подход. То есть у нас были предшествующие эксплуататорские формации, при которых был класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых. Да, это по-разному все выглядело. То есть, начиная от первобытного общинного общества, где никаких классов не было, и была родоплеменная община, и все было хорошо, там первобытный коммунизм. Потом появляется, соответственно, рабовладельческий строй, где функцию класса эксплуататора выполняют рабовладельцы, а функцию класса эксплуатируемого выполняют, рабы. Дальше у нас либо, значит, феодализм, либо азиатская деспотия, азиатский способ производства. При азиатском способе производства функцию эксплуататоров, соответственно, выполняют вот эти вот всякие там мандарины, императоры и прочее. Функцию эксплуатируемых выполняют формально свободные крестьяне, которые несут трудовую повинность в пользу государства, да, то есть выплачивая таким образом государству налог, потому что в обществах азиатского способа производства слабо развита внутренняя торговля, и поэтому, ну, типа, нету, либо вообще отсутствует какой-то миновой эквивалент в виде денег, либо внутренняя торговля, она вообще слабо развита, и поэтому, ну, как бы, если тебе нужно заплатить налог своей власти, то ты платишь его своим трудом, да, то есть своими рабочими руками. То есть какое-то время в году ты тратишь на то, чтобы вот выполнять что-то полезное для государства. Либо это работа на государственной земле, либо возведение каких-то монументальных сооружений, там храмов, пирамид и прочее, прочее, прочее. Именно поэтому, кстати, в азиатских странах азиатского способа производства так много всяких вот монументальных сооружений. То есть им нужно было как-то использовать труд формально свободных крестьян, и вот они их заставляли строить там какие-нибудь гигантские храмы, зернохранилища и так далее. Ну, кто не в теме, пирамиды — это типа их утилитарное назначение пирамид — это зернохранилища были. Вот, ну не суть. И я сейчас, конечно, не хочу оскорбить людей, которые думают, что это там пришельцы все строили, но, в общем, на самом деле это все строили люди,
но это отдельная большая тема. Вот, либо феодализм, да, то есть при феодализме есть, соответственно, феодал, и есть тоже вот всякие там подчиненные крестьяне. Ну, на самом деле, классовая природа общества, она сложнее, потому что там есть духовенство, есть рыцари, есть крестьяне и прочее, прочее, прочее. Дальше идет капитализм. Вот при капитализме, капитализм с точки зрения марксистской вот этой петушиной матрицы, это последняя эксплуататорская формация общественная, которая, в принципе, существует, потому что есть буржуазия, есть пролетариат. И в чем еще, в общем, одна из характеристик формационного подхода состоит в том, что класс эксплуататоров на предшествующем этапе является классом революционным. То есть что имеется в виду? Имеется в виду то, что в феодальном обществе, когда появляется буржуазия, буржуазия, она появляется как некий революционный класс. А на следующем этапе, через прохождение этапа буржуазных революций, буржуазия захватывает власть и сама становится классом-гегемоном. То есть, таким образом, феодальное государство становится буржуазным государством, потому что государство — это инструмент контроля, управления и агрессии, который действует в интересах правящего класса и подавляет все прочие классы. Да? То есть сначала государство и феодальное, потом оно буржуазное, когда происходит буржуазная революция. Но уже в капиталистическом обществе проявляется пролетариат, то есть некий новый класс, которого, значит, никогда не было, потому что сама структура экономики, она усложняется. То есть появляются и всякие индустриальные технические революции, появляются сложные всякие заводы, где работает большое количество людей, которые туда поступают в процессе урбанизации. И плюс еще одна из характеристик капитализма состоит в том, что уже не просто какой-то продукт конечный, какие-то там сокровища, золото, еще что-то является богатством, которое можно вот куда-то там продавать или еще что-то. Как корректнее выразиться-то? Ну, в общем, суть в том, что деньги, некий финансовый капитал абстрактный, да, в силу вот появления такого института, как банки, как финансовые институты, биржи, уже сами деньги можно прокручивать и жить на проценты. То есть не обязательно, скажем так, устраивать какое-то производство, нанимать рабочих, делать что-то своими руками, что-то создавать как-то, да, созидать конкретно. Это не обязательно. У тебя может быть большой капитал, ты его можешь положить в банк под процент или как-то иначе его прокручивать и просто жить на проценты. То есть по факту ты ничего не создаешь, никакой пользы людям ты не оказываешь, ну, за исключением того, что те деньги, которые ты кладешь в банк, они дальше там тоже куда-то инвестируются. И ты просто живешь на процент. Сейчас, секундочку, донат звучит, мы продолжим этот рассказ, он у нас затянулся несколько. Вот, и таким образом подразумевается, что государство существовало, начиная с рабовладельческого строя и заканчивая закатом капитализма, только в силу того, что были противоречия между классами. То есть всегда были эксплуататоры и эксплуатируемые. В дорабовладельческом обществе, в первобытно-общинном обществе никакого государства не было. Почему? Потому что не было классов социальных, не было противоречия между ними. То есть люди жили вот в рамках родоплеменной общины, и у них все было заебись. Потом родоплеменная община разложилась, и возникли разные классы. Соответственно, если мы понимаем исторический опыт человечества, да, то есть опять-таки, вот как работают мозги, как работали мозги Маркса, Энгельса, и как работают мозги леваков таким образом. Ну, то есть как вот понять их внутреннюю логику. Мы смотрим на исторический процесс, мы видим, какие процессы там происходили, какие смены, да, формации, появление новых классов, обретение этими классами силы, изменение экономических всяких условий, переход количественных изменений в качественные. И таким образом мы можем делать выводы и прогнозировать то, что будет в будущем. То есть вот так это в теории работает. Да? Вот. Ну, там тоже масса есть нюансов, но у меня сейчас цель не раскритиковать эту, в общем, петушиную матрицу, а у меня цель просто показать, как это вот работает, какая система представлений формируется. То есть, таким образом, если государство — это всего лишь результат классовых противоречий, то в ситуации, когда эти классовые противоречия будут разрешены,
государство исчезнет, оно отомрет за ненадобностью. Как это будет выглядеть? Вот у нас сейчас капитализм, у нас есть буржуазия и пролетариат, два основных класса. Все остальные классы, там, не знаю, крестьяне, интеллигенты, еще кто-то, они примкнут в конечном итоге либо к тому, либо к другому классу, либо к, бюро, к буржуазии, либо к пролетариату. Соответственно, пролетариат набирает силу, у него растет классовая сознательность, и он, как новый класс, который вот появился только сейчас, он на следующем этапе, он становится классом-гегемоном. То есть происходит пролетарская революция в масштабах всего человечества, она протекает постепенно, неоднородно, потому что разные, в разных уголках земного шара там разные экономические, там, политические условия. Вот. Но тем не менее, когда окончательно происходит пролетарская революция, то таким образом пролетариат становится классом-гегемоном. Сначала воцаряется государство, диктатура пролетариата на первых порах, но потом, это вот как раз то, чего в Советском Союзе не произошло, государство постепенно отмирает, и власть, как, собственно, как общество вот без государства устроено, она устроена вот как прямая пролетарская социалистическая демократия, то есть в обществе нету социальных паразитов, каждый член общества занимается производственным трудом, всех новых членов общества, детей, воспитывают так, чтобы они тоже социальными паразитами не были, то есть у них обязательный производственный труд, то есть их сразу вовлекают с детства в процесс производства. Вот. И в итоге социальное равенство абсолютное, правовое равенство, то есть нельзя сказать, что какой-то член общества он там более высокопоставлен, чем другой. И эта система демократическая. То есть есть депутаты, но депутаты, они, во-первых, из среды самих рабочих происходят, а во-вторых, у коллективов рабочих, которые этих депутатов куда-то отправляют и делегируют им свои права, есть право немедленного отзыва этих депутатов в том случае, если деятельность этих депутатов их не устраивает. То есть, по сути, это власть таких вот, значит, локальных рабочих коллективов, каждый из которых делегирует куда-то в Верховные Советы своих кандидатов, и вот власть устроена именно таким образом. То есть государство не будет таким образом, потому что не будет отчужденного от людей аппарата подавления и насилия, не будет армии, будет всеобщий вооруженный народ. То есть все члены общества, они все вооружены. И, кстати, это напрямую смыкает либертарианскую утопию с коммунистической. То есть я вообще не понимаю, почему, допустим, либертарианцев, анкапов, каких-нибудь санах сейчас называют правыми. У людей социальным идеалом является коммуна, блядь. Как вы их, с какого черта вы их правыми называете? Они в коммуне хотят жить. Вот, поэтому это коммунизм, да? То есть нету армии, есть всеобщий вооруженный народ. У каждого оружие, если кто-то на них нападет, они будут просто партизанской войной заниматься. Нету полиции, есть пролетарская милиция, то есть сами рабочие, они вот с оружием в руках могут ходить по улице там, и если он видит какое-то преступление, он вмешается и, естественно, наведет порядок. Но фишка в том, что преступности-то не будет с точки зрения Маркса. Почему? Потому что... А здесь, кстати, мы упираемся в их ошибки в сфере социальной и культурной антропологии, потому что они считают, что преступность существует только потому, что есть вот классовое неравенство там и бла-бла-бла-бла-бла. Соответственно, в обществе равенства всеобщего и социализма не будет предпосылок для преступности. Вот, то есть в этом разница, да, то есть в одном случае, если это госкапитализм, мы имеем систему тоталитарного государства, где бюрократы в какой-то момент отказались отмирать, да, государство отказалось отмирать, потому что бюрократия не захотела лишаться своих привилегий. А с другой стороны, мы имеем систему прямой пролетарской, советской, значит, демократии, действительно советской, то есть где советы существуют не номинально, а где действительно вот... как бы рабочие советы существуют, да, там с депутатами, со всем прочим. Ничего этого, естественно... Ну, как бы эти советы, они номинально существовали в Советском Союзе, но никакой реальной властью они не обладали. То есть они чисто вот формально были, потому что их существование было обусловлено наличием господствующих идеологем. Что вот у нас власть рабочих, пожалуйста, вот у нас есть советы там какие-то. Да, но они, правда, никаких решений не принимают. У нас всю там внешнюю и внутреннюю политику определяет Политбюро, где никаких рабочих нету и крестьян тоже. Вот. Но, тем не менее, вот, формально у нас социализм. То есть в этом разница. Да? В одном случае тоталитарное государство, которое все более и более усиливается,
с комитетами государственной безопасности и всем прочим. А с другой стороны, система совершенно не государственная, где нету вертикальных связей, а есть только горизонтальные связи, по сути. Но если так совсем огрублять это. Соответственно, встает вопрос, а что относительно исторического опыта в прошлом веке, да, где люди, которые называли себя коммунистами, брали власть очень часто. Вот что у них получалось в итоге? А в итоге мы видим как раз, что везде был именно госкапитализм, то есть где бюрократия экспроприировала буржуазию не для того, чтобы эмансипировать пролетариат, а для того, чтобы в лице буржуазии устранить конкурента в деле эксплуатации пролетариата. То есть вместо буржуазии пролетариат эксплуатировался бюрократией и партократией, вот, которая, собственно, хорошо осознавала себя как именно эксплуататорский класс, не собиралась отказываться от своих привилегий и, наоборот, всячески сопротивлялась, если кто-то пытался у нее эти привилегии отобрать. Ну и, как правило, соответственно, такого рода системы общественные, они дальше развивались именно в сторону реставрации рыночного капитализма. Почему? Потому что, ну вот ты бюрократ, у тебя куча всего, у тебя там машина, прислуга, дача, высокое положение в обществе, у тебя большая зарплата, у тебя паёк, значит, с черной икрой, у тебя возможность лечиться в кремлевской больнице, у тебя, значит, возможность ездить за границу, хотя у других членов общества этой возможности нету, типа, они никогда в жизни за границу не поедут, им даже убежать не дадут, там, застрелят на границе. А ты можешь все это делать, ты можешь куда-нибудь ездить, там, в Крым, там, или еще куда-то, там, ездить. Да, господи, даже в Соединенные Штаты, если ты очень высокопоставленный чиновник, но ты не можешь это передать своим детям. То есть ты можешь, конечно, их куда-то пристроить, да, вот в тепленькое место куда-то, да, но все вот эти вот богатства свои, да, вот автомобиль служебный, дачу, хотя нет, дачи они по наследству передавали. Ну ладно, но в общем не все ты можешь передать своим детям. И, соответственно, у тебя возникает желание, во-первых, выйти из-под руководства некого центрального аппарата, да, если ты где-то в регионе сидишь, да, допустим, вот, ну, то есть, грубо говоря, ты сидишь где-нибудь в Казахстане, да, и вот из Москвы тебе там присылают какие-то директивы, а ты думаешь, ну, что там они, господи, из Москвы мною руководят, я сам хочу. И таким образом вот эти вот сепаратистские тенденции к реставрации именно рыночного капитализма, они в какой-то момент возобладали в Советском Союзе. И в итоге произошел развал страны, да, и бывшие первые секретари региональных компартий превратились в президентов уже независимых республик. Вот так это работает. Вот, так что это уже такое, значит, не просто какое-то бюрократическое перерождение, а это вот уже перерождение, которое приводит к трансформации госкапитализма назад к более привычным там, для всего остального мира формам рыночного капитализма. Но тем не менее, соответственно, вопрос, который изначально был в донате, он звучал так. А были ли где-то общества вообще в мире, где все-таки был вот настоящий социализм, да, то есть или везде был только госкапитализм, то есть везде власть была в руках бюрократов и чиновников, а пролетарии, значит, сосали им гениталии. Вот, в рифму, видите, начал уже говорить. На самом деле было, да, на самом деле действительно социализм он был, потому что, ну, причем он был еще в докапиталистический период, потому что если мы берем наиболее радикальные движения периода реформации, то там была и Мюнцеровская коммуна, и апостольские братья, и до этого, если мы там еще рабовладельческий период берем, то там были ранние христиане, у которых были, в принципе, вполне такие коммунистические идеалы были, то есть там были общины, где была общность жен и детей, как в секте семья какой-нибудь, да, но это уже сейчас такая секта фигурирует, вот. Человек, который вступал в общину, он все свое имущество он передавал в пользу общины, он уже не имел права ничем владеть, и все, что он там работал, зарабатывал, он должен был в пользу самой общины передавать, то есть это должно было быть именно вот такой коллективной собственностью. То есть вот эти вот отдельные элементы социалистического такого хозяйства или коммунистического образа жизни, они в истории человечества встречаются. Но если мы берем 20 век,
то здесь, конечно, мы не можем не вспомнить про судьбу одного, значит, камбоджийского студента, который приехал во Францию в свое время изучать радиотехнику. Вот, он приехал изучать радиотехнику, но поскольку это была Франция, вот, значит, конец 60-х годов, если мне память не изменяет, Франция, она вся бурлила, вот эти вот революционные идеи, молодежь повально, она вся была там, значит, пронизана вот этими коммунистическими идеалами, там маоизм, ситуационизм, неомарксизм и прочие вот эти замечательные измы. Молодежь, она бурлила, она протестовала против поколения своих отцов, против буржуазных ценностей, против генерала де Голля. И в итоге вот этот вот несчастный студент, которого звали Салот-Сар, он был подхвачен, захвачен вот этим вот революционным вихрем, и на него большое впечатление, конечно, произвели и философия Сартра, и Фуко-Коко, и других замечательных вот левых авторов. И он вот, соответственно, они, студенты, объединившись по этническому признаку, те, кто из Камбоджи приехал, они уже создали свой марксистский кружок и вместе сидели там тоже изучали, штудировали труды Маркса, там дискутировали. Он, кстати, Салот-Сар вступил в коммунистическую партию Франции, да, то есть он вот так вот проникся этими левыми идеями. Вот, ну, которые носили, кстати, антиколониальный характер в том числе, да, то есть у европейцев тогда уже начинаются вот эти вот куколдовские тенденции, культурный марксизм, что ах, мы виноваты, мы эксплуатировали наши колонии там в Юго-Восточной Азии, ну, собственно, почему он как бы во Францию-то приехал учиться, да, то есть значительная часть Индокитая, она под французами была в колониальный период, и вот так получилось. Вот, и поэтому, соответственно, вот этот юный студент радиотехнику приехал изучать, а в итоге изучил совсем не радиотехнику, а вот всякие коммунистические теории, и он задумался над тем, что вот это же прекрасная идеология, вот, коммунизм, это же самое чистое, самое прекрасное, что есть вот на Земле, самая лучшая вообще идеология, которая только может быть. Но вот в других странах, вот даже где коммунисты якобы захватили власть, везде происходит вот какое-то бюрократическое перерождение, вот что-то идет не так, и в итоге вот настоящий коммунизм, он не строится, да, а строится вот какое-то вот такое деформированное рабочее государство в терминах Троцкого, или госкапитализм, что-то такое, вот что-то неправильное, да, потому что сохраняется государство, товарно-денежные отношения, значит, противоречия различные, да, там семья сохраняется как мельчайшая ячейка буржуазного общества. То есть вот если не уничтожить семью, то как можно говорить об уничтожении буржуазного общества? Ведь семья это мельчайшая ячейка общества, и надо ее разбить, и тогда буржуазное общество будет уничтожено. И вот, так, секундочку. И вот этот вот юный студент Салот-Сар, он так вот сидел, рассуждал над всеми этими идеями, и он твердо решил вместе со своей группой вот единомышленников камбоджийских, он решил, что когда они вернутся на родину из Франции, они построят настоящий коммунизм, вот настоящий, без государства, без товарно-денежного отношения, как бы этих самых, то есть отношений, без денег, да, потому что деньги это вот все буржуазное, капиталистическое, оно все неправильное. Без семей, потому что, ну, и как бы частная собственность на жен, на детей, это все, естественно, тоже буржуазные предрассудки, и вообще должна быть общность жен и детей, как бы настоящий коммунизм. Вот все дети в общине, в коммуне, они твои. Вот. Ну, не твои именно, они общие, да, то есть, как бы и жены, они все общие, все общее, вот все должно быть общее. Вот коммунизм, собственно, значение этого термина. И вот этот, значит, студент Салот-Сар вернулся к себе на родину, в Камбоджу, и вот дальше он известен уже под именем Пол-Пот, псевдоним, который он себе взял. Он построил настоящий коммунизм, действительно, да, потому что у них в коммунах не было ни... Они уничтожили все, они уничтожили семьи, у них общность жен и детей была, они уничтожили государство, потому что они разрушили города, полностью ликвидировали чиновничий аппарат, вывезли всех людей из Пномпеня, из столицы, под предлогом того, что там город будет кто-то бомбить.
У них не было никаких ни чиновников, ничего абсолютно. Они уничтожили полностью товарно-денежные отношения. Они, когда захватывали банки, они деньги сжигали, банки они взрывали, деньги бросали в воду, значит, в реку. То есть полностью было ликвидировано товарно-денежные отношения, и вообще какие-либо материальные ценности, кроме труда, они отрицали. Все население было переселено насильственно в сельскую местность. И там, в общем, коммуны правили всем абсолютно. То есть вот это был настоящий коммунизм, да. То есть один из тех редких случаев в истории человечества, когда действительно настоящий коммунизм был построен. Просуществовало это общество не так долго, где-то около 4 лет. Вот, но зато в процессе построения этого коммунистического общества было убито несколько миллионов человек, естественно. Ну, как оно и всегда бывает, да, то есть в России и в Китае жертвы были даже намного больше, ну, там, собственно, и территории больше, и населения больше. Вот, но у Пол Пота у него получилось. Вот, поэтому коммунизм возможен, господа.